цель наша. Второй этаж, первый этаж, третий. Ничего не постепенно, чтобы поджечь, выкурить. Они там сидят вот в этом здании прямо? Сейчас не знаю. Вот они, скорее всего, уже убежали. Там никого нету? Если надо, подождем. Погоди. Этого здания свою группу и с той стороны в подъезд заскочить. Но одного отправь, можно ли туда зайти посмотреть. То есть можно ли зайти. Да, двоих оставь. Потому что здесь нереально сходить. Аккуратно, пенни туда вот, до угла, давай, там вот уря шиши. С той стороны в подъезд зайдете. Если там много дыма, то не надо выходить оттуда. Разведки, хаволиши, что курба да, це вешо. Первый подъезд горит. Первый подъезд горит. Командир, первый подъезд горит. Ну все, значит, тогда людей оттуда собрать. Сейчас будем подходить на 70-й. Я крою, смотрю. Там на углу в окно гранат. Временная остановка. Буквально 200 метров до школы, которая считается штабом Азова, официальным штабом Азова. Там дальше детско-юношеская спортивная, что такое школа. На кадрах видеосъемки с коптера видны две гаубицы или пушки Д-30. В общем, побитая техника их стоит. Вот, пятиэтажки. Сейчас вот их зачистили. К сожалению, они горят. Местные жители, получается, лишились имущества. А лишились имущества они, потому что здесь засели азовцы и ранили нескольких наших бойцов. Давайте, вот там проход дальше, за угол забегаем пока.